С начала лета на территории обслуживания Щелковского отдела госавтоинспекции было зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, которые управляли электросамокатами. В результате таких происшествий два человека у нас получили телесные повреждения. Вот, кто-то из них был госпитализирован, кто-то из них был отпущен на амбулаторное лечение. Заместитель командира отдельной роты ДПС Кирилл Никульцев напомнил правила безопасного вождения электросамокатов. Движение на так называемых СИМ, да, разрешено со скоростью, не превышающей 25 км в час. Старше 14 лет допускается движение по правому краю проезжей части и только по ходу движения транспорта. По автомобильной дороге можно двигаться, если нет других способов проезда. А разрешенная скорость на дороге не превышает 60 км в час. Кроме того, средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано фарой, тормозной системой, звуковым сигналом и световозвращателями. Если устройство весит не более 35 килограммов и поблизости нет велосипедной дорожки, разрешается езда в пределах пешеходных зон. На электросамокате может передвигаться только один человек. Езда на электросамокате разрешена в любом возрасте, но дети до 7 лет должны делать это только под присмотром взрослых. Во время езды на электросамокате рекомендуется использовать средства пассивной защиты – шлем, налокотники и наколенники. Они помогут избежать серьезных травм в случае падения. Не появляйтесь на дороге неожиданно. Смотрите по сторонам и будьте предельно осторожными, чтобы не совершить наезд на других участников дорожного движения. Уважаемые родители, обращаюсь к вам. Разъясните несовершеннолетним правила безопасности управления средствами индивидуальной мобильности, уделяя при этом особое внимание дорожным ловушкам. Эти знания и их правильное применение сделают использование СИМ интересным и безопасным. Помните, что водитель электросамоката является полноправным участником дорожного движения и несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля. Будьте бдительны и аккуратны на дороге. Это пожелание относится и к пешеходам. Евгения Корытько, Владимир Логачев, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.